Eternal Man. Несмотря на минусовую погоду на улице, к нам приходит весна. И в студенческой среде свое открытие весеннего сезона. Это Rave Party Neon. Расскажи, что сейчас здесь происходит? Наша рейв-пати «Неон», которая организует факультет Прибалтийско-финской филологии и культуры и, собственно, горно-геологический факультет. Что себе представляет вы? Ну, допустим, молодой человек должен будет найти девушку, которая в этот клуб пришла в черно-розовом лифчике. А девушка, в свою очередь, должна найти молодого человека, ну, к примеру, в контактных линзах. Делаете? Раз-два, шефу микрофона, я рисую боди-арт. Здорово, это абстракция или как? Или что конкретное? Это, в этом я вижу поток души, какие-то эмоции связываю с этим, то есть то, что не передать обычными чувствами. Господи, это было прекрасно! Если бы не правком Петергов, мы никогда не узнали, что такое рейв Петрозаводске. Вот и пронеслась эта ночь под звуки Prodigy и цвет неона. С вами была Дарья Соловьева. Смотрите ЮТВ. Смотрите ЮТВ! Неон!